Вебинар у нас будет сегодня интересный. Несмотря на то, что начали с задержкой, думаю, что вы не пожалеете то, что ждали эти 10 минут начала нашей трансляции. Нам действительно есть что сегодня обсудить. Новости, они, как говорится, все налицо, все знают о наших последних ярких событиях. Давайте же начнем говорить о каждом из них. Меня зовут Павел, сегодняшний вебинар посвящен проекту двигателя Дуйнова. И сегодня мы говорим о том, что у нас произошло в проекте за последнее время, какие самые яркие события случились в проекте. В общем-то, все это будем обсуждать и отвечать на ваши вопросы. Если у вас есть вопросы, вы можете прямо сейчас их писать в чат вебинары двигателя Дуйнова. Обязательно на все ответим. Также, кроме меня, сегодня будет выступать Дмитрий Александрович Дуйнов. Он также поделится последними новостями и ответит на ваши вопросы. Пишите вопросы Дмитрию Александровичу также в этот чат. И когда он выйдет в эфир, он обязательно на все ответит. Ну что, давайте по порядку и начнем мы с насущной такой проблемы. Да? Ну, начнем, давайте с плохого начнем, чтобы продолжить потом о хорошем. Отключили у нас возможность пополнения баланса в личном кабинете с помощью Advanced Cash. Advanced Cash – это популярная платежная система, которую использовали достаточно большое количество наших инвесторов и партнеров. И, наверное, где-то в пятницу это произошло. Просто Advanced Cash нам прислали сообщение о том, что они больше с нами не работают и отключают возможность пополнения баланса в нашем проекте. Сначала мы не поняли, что произошло, с чем это связано. Оказалось, что это уже достаточно длинная история. Advanced Cash перестал работать со всеми инвестиционными проектами, с любыми финансовыми проектами. И теперь попросту напрямую никак невозможно с помощью Advanced Cash пополнять личные кабинеты подобных инвестиционных компаний. То есть мы здесь не какие-то особенные. Те, кто какие-то другие интернет-проекты также инвестирует, вы можете знать, что там абсолютно так же теперь данный способ пополнения недоступен. Что делать? В общем-то, ничего страшного не произошло. У нас еще есть несколько десятков способов, с которыми вы можете пополнять баланс личного кабинета. Это и карты, и криптовалюты, и пополнение банковским платежом. Все это вы можете использовать без проблем. Изучайте эти способы, если вы с ними еще плохо знакомы, и знаете, что там все отлично работает. Ну, если что-то непонятно, пишите в техническую поддержку, они подскажут. Но, несмотря на это, мы получили партнерство от одного сервиса, и сегодня мы все-таки имеем возможность принимать деньги в Advanced Cash. Так что этим способом вы также можете пользоваться, все же продолжать пополнять с помощью Advanced Cash баланс личного кабинета. Но помните, что это, возможно, временная мера. Мы сейчас тестируем, смотрим, как это будет работать. Так что все равно я вам рекомендую изучать другие способы пополнения, чтобы в случае, если там с Advanced Cash опять что-то произойдет, ну или с любой другой платежной системой может что-то произойти, чтобы вы легко могли вовремя оплатить свою рассрочку, либо помочь своим партнерам каким-то образом, в общем-то, переключиться. Так что ничего страшного не произошло. Немножко неудобно для многих оказалось, но ничего страшного. Продолжаем работать и продолжаем, скажем так, идти вперед. Дальше. Что у нас? Давайте теперь из хорошего. Из хорошего уже, конечно же, у нас, друзья, смена инвестиционного этапа. Многие говорили о дате, когда я говорил о том, что инвестиционный этап в любом случае у нас будет изменен до Нового года. И сегодня дату мы точно знаем. 15 декабря – это дата, когда действует... Ну, это последний день, когда действуют условия инвестирования 11 этапа. Поэтому, если вы планируете сделать свою инвестицию в проект двигателя Дуйнова на текущих условиях, у вас осталось чуть менее месяца, чтобы успеть это сделать. Что самое интересное? Интересно то, что не просто условия инвестирования, многие из вас должны, как скажем так, постараться успеть, да, вот в это время, но еще и те, кто уже инвестировал в проект. Я, конечно же, говорю про тех людей, которые планируют воспользоваться акцией об увеличении инвестиционного пакета в проекте двигателя Дуйнова, того, что вы уже доплатили, то, что вы уже закончили платить. Я думаю, вы помните, что только в течение 11 этапа у вас есть такая возможность, так что если вы закончили платить инвестиционный пакет, вы можете продолжить это делать. Еще в течение месяца вы можете активировать эту возможность. Так что, если вы планировали увеличить свой, скажем так, свою инвестицию в проекте двигателя Дуйнова, у вас еще есть такая возможность. Пользуйтесь этими условиями и помните, что даже если вы платите рассрочку, еще не закрыли ее, то
до конца 11 этапа, 11 этап вообще может стать последним, когда можно увеличивать какие-либо рассрочки и какие-либо инвестиционные пакеты. Так что не упускайте возможность, еще раз повторюсь, и до 15 декабря вы можете это делать. Так, что у нас из текущей работы по проекту? Ну, конечно же, сегодня у нас курс все так же на зарубежное направление. Сейчас у нас открывается большое количество различных стран, где появляются наши официальные представители, которые помогают не только привлекать инвестиции в этом регионе, искать участников, которым интересна эта технология, ну и развивать саму технологию, находить потенциальных клиентов, находить тем, кому интересно воспользоваться именно двигателем, совмещенными обмотками «Славянка». В общем-то, ближайшее мероприятие у нас, конечно же, Венгрия, и затем у нас идет Вьетнам. То есть те, кто хотели бы посетить нашу конференцию в этих странах, изучайте точную дату, точное место, и можем мы быть там, мы и увидимся. Сегодня параллельно, кстати говоря, кроме таких официальных открытий региона, у нас и проходит параллельно, скажем так, презентация нашего проекта за рубежом, но уже нашими партнерами. Во-первых, конечно же, наши партнеры, которые являются национальными лидерами, они постоянно проводят там вебинары, презентации в своих странах. Но сегодня Жиль Вебер, он... Недавно я рассказывал, что он ездил по разным странам Африки и там проводил презентации. Сегодня у него такое некое турне по Кот-д'Ивуару. Это та страна, национальным лидером, национальным партнером, которой является Жиль Вебер. И он для поддержки своего региона, для увеличения интереса к проекту сегодня, ну, не просто как обычно вебинар или какая-то одна конференция, он проводит сразу большое количество конференций в большом количестве городов, такое турне по городам. И я уверен, что это даст результат, это даст новый толчок к развитию этой страны. И вообще Кот-д'Ивуар сейчас очень активно развивается. Это одна из первых стран, где у нас было открыто национальное представительство. И ну, сегодня мы в очередной раз видим, что курс именно в направлении национальных представительств, он абсолютно точно был верно выбран. В общем-то, новости мы будем выкладывать, следите за этим. Жиль Вебер молодец. На некоторых вот этих презентациях, которые он будет проводить, я также буду принимать участие, но в онлайн-режиме. Там не всегда будут совпадать часовые пояса. Иногда он, когда он будет выступать, у нас уже будет практически ночь, поэтому или там я буду в разъезде, потому что буду также выступать на открытии представительств в ранее перечисленных регионах. Но все же иногда я также буду присутствовать, отвечать на вопросы слушателей. Ну и какие-то темы также раскрывать. В общем-то, очень интересное такое идет сейчас движение. Я очень рад, что наши национальные лидеры и без нас знают, что делать. Они без нас могут проявлять какую-то инициативу. Ну и самое важное, конечно же, что эта инициатива, она действительно работает. Это действительно то, что нужно делать для того, чтобы регион рос. Ну, в общем-то, сегодня мы это видим. Но если говорить, конечно, про... такие наши, скажем так, открытия наших представительств, то, конечно же, все ждут комментарии по Индии. Как у нас прошло официальное открытие национального представительства в Индии? Я вам сразу хочу сказать, что прошло оно замечательно. Все оправдалось, то, что мы ждали. Не случилось ни того, ничего из того, о чем мы могли переживать. И давайте прямо сейчас посмотрим видеоролик, исходя из которого вы сможете увидеть, ну, такой тизер того, как это было. В будущем будет более такой большой уже ролик. Давайте посмотрим. В
Вот, в общем-то, такой интересный видеоролик. Из него вы можете увидеть, ну, такое все самое интересное, да, наверное, того, что у нас там было, такие основные аспекты. Увидеть, какое большое количество людей было на этом мероприятии. Было действительно практически 1000 человек. Что хотелось бы отметить, что, во-первых, это самое крупное мероприятие в истории проекта. В принципе, даже в России мы не собирали такое большое количество людей. У нас рекорд был, если не ошибаюсь, около 600 человек. Здесь же нас в Индии поддержало, ну, гораздо больше. Как вообще прошло данное мероприятие, также многие спрашивают. Началось у нас с небольшим опозданием. Ну, здесь нужно, скажем так, это не по нашей вине. Дело в том, что в Индии как-то вот все принято начинать не совсем вовремя. Такой уж менталитет. Кстати, здесь они с Африкой достаточно сильно схожи. В общем-то, начали мы мероприятие. Сначала был такой ритуал, который мы проводили. Значит, честно говоря, даже не знаю, как он называется, но был достаточно интересный. Этот ритуал проводится перед какими-то большими начинаниями. В общем-то, после этого ритуала сначала было выступление национальных лидеров Индии, затем я провел презентацию. Также, кроме меня, выступали и Павел Шацкий, и Сергей Семенов. В общем-то, все национальные партнеры, которые представляли Индию. Очень интересно было посмотреть презентацию и вообще то, о чем рассказывал Виктор Аристов, который также лично присутствовал на этом мероприятии. Вот вообще для меня, вот то, когда выступает Виктор Аристов, это такой вот, знаете, прям, как говорят, качественный контент. Действительно, то, что делает Виктор, то, как он это подает, это действительно очень профессионально, и то, о чем он рассказывает, это действительно очень интересно, потому что это, скажем так, прикладное. Это не просто мы говорим о какой-то теории, где бы там можно было использовать двигатели, или мы не говорим там об инвестициях, мы говорим о том, что уже работает, какой транспорт удалось сделать благодаря технологиям совмещенных обмоток «Славянка», какие характеристики этот транспорт проявляет. И действительно, то есть, например, Виктор рассказывал про рикшу, про тук-тук с двигателем Дуйнова, и этот тук-тук, то есть электрический тук-тук, он говорит, вот как технология приносит пользу, да, и как вообще проект приносит пользу людям. Мы там говорим про деньги, да, то, что проект может заработать достаточно большое количество денег для своих инвесторов, но когда мы говорим о технологии, мы уже сегодня видим, как она меняет этот мир. Например, те люди, которые работают на тук-туках и используют там бензиновые или дизельные двигатели, они уже зарабатывают гораздо меньше денег, чем те, что используют электрические тук-туки. Да, и это, благодаря этому, ну, все это происходит благодаря технологии совмещенных обмоток «Славянка». Вы можете сказать, ну, можно же использовать и другие двигатели. Но на самом деле нет. Дело в том, что те двигатели, что сегодня получается проектировать, создавать, модернизировать, благодаря совмещенным обмоткам «Славянка», это действительно двигатели вне конкуренции. И особенно, когда мы говорим про солнечные батареи, и один из видов транспорта, который сделал Виктор Аристов, проехал без подзарядки только благодаря солнечным батареям. Он ездил где-то 70 дней, да вообще не подзаряжаясь. То есть, представляете, это все делается благодаря экономичности тех электродвигателей, которые сегодня можно делать благодаря совмещенным обмоткам. А, например, когда я говорил сейчас про тук-туки, да, то есть получается как? Например, мало работы, и тот, кто ездит на бензиновом тук-туке, он заплатил аренду, заплатил за бензин и заработал ноль. А в среднем они зарабатывают 1000 бат. Это вот я про Таиланд. А тот, кто ездит на электро, допустим, у него плохой день. И он там, допустим, 300-400 бат, которые он должен был заплатить бы за топливо, он их не платит. И получается, он оставляет себе. То есть один ноль заработал, другой 500 бат, но заработал. Понимаете, все это происходит благодаря тем электродвигателям и тем проектам, которые сегодня Виктор Аристов ведет. В общем, действительно было очень интересно послушать, он прям рассказывал много об этом. Также, кто еще в спикерах был? Конечно же, был Дмитрий Александрович Дуйнов, но не лично, он был через видеосвязь, отвечал на вопросы тех, кто находился в зале, ну и, в общем-то, рассказывал о технологии, ну, обо всем том, что было интересно, ну, на данном мероприятии. Также рассказывали мы о компании Solar Group, для чего она сделана, какие миссии у нее перед ней стоят. Ну, в общем-то, ну, то, что, наверное, интересно каждому, да, что такое Solar Group, очень многие спрашивают.
И затем было награждение наших партнеров, наших лидеров на территории Индии. Мы им вручали подарочные пакеты, сертификаты, ну, такие подарки, чтобы отметить их заслуги перед компанией, перед Solar Group, ну и перед всем проектом двигателя Дуйнова в целом. Было достаточно интересно. Также было представлено и техника. Техника была представлена, это тук-тук с электродвигателем, это электробайк с электродвигателем, совмещенными обмотками «Славянка». И отдельно еще лежали также электродвигатели. Я сейчас говорю про те электродвигатели, которые модернизированы по совмещенным обмоткам, которые сегодня серийно производятся с помощью наших партнеров, в частности Виктора Аристова. То есть у каждого была возможность поездить на этом, испытать. В общем-то, тоже достаточно интересно. Конечно же, были документы, были патенты, исследования, там, другие различные документы компании. То, что людям интересно увидеть своими глазами, достаточно... Ну, тоже можно, каждый мог ознакомиться. Вот. Что касается вообще тук-тука, да, на тук-туке абсолютно каждый желающий мог прокатиться, на байке мы не давали кататься, хотя, опять-таки, люди просили, и те, кто был на наших других конференциях, знают, почему мы не даем. Байк действительно с этим двигателем очень и очень мощный. Он мощный настолько, что он может встать просто на дыбы, если вот вы со старта будете нам на полную газовать. Конечно же, это небезопасно, особенно в условиях, что... Мало кто там вообще профессионалы или там умеют хорошо обращаться с двухколесным транспортом, с мощным. Но тук-тук, да, на тук-туке катались все желающие. Это был, конечно, фурор. Фурор по двум причинам. Первая причина – это, конечно же, динамика. И я могу сказать, как человек, который, будучи в Индии, сумел покататься и на электротук-туке, и на обычном тук-туке, который сегодня используется в Индии в качестве такси. Я могу сказать, что тук-туки, они действительно, ну, слабо динамичные, то есть вот он газует, он рычит, ревет, но не едет. Электро ведет себя совершенно по-другому, это совершенно иная динамика. Ну, конечно, те, кто когда-то электротранспорт использовал, понимают, о чем я говорю, то есть это другой уровень. И, конечно же, они были очень впечатлены, потому что, наверное, нет индийца, который не ездил на тук-туке в своей жизни и не может сравнить, да, то, что у них на каждом шагу и то, что сегодня мы показали на нашей конференции. Второе, это, наверное, проблемы, которые сегодня есть в Индии, и те проблемы, которые наглядно можно решить с помощью такого электротранспорта. Опять-таки, на своем опыте я убедился, если до этого нам наши индийские партнеры рассказывали, что большая загазованность городов, да, мы же были в Нью-Дели, это один из самых густонаселенных городов Индии, это столица Индии, и... Когда ты едешь в тук-туке, тук-тук он открыт, да, сначала тебе весело, тебе нравится, но через 20-30 минут ты понимаешь, что для того смога, который в городе стоит, который в городе есть, ну, ты начинаешь попросту задыхаться. И вообще смог в Индии – это достаточно большая проблема. Вот сейчас на своих экранах вы могли видеть то, как... Так, еще не пойму, есть трансляция? Так, вот есть, да. Вы могли видеть, как... Так, секунду. Как сейчас вот были, значит, видеоряд, да, какой смог стоял там, например, в Нью-Дели. Этот смог, он связан, конечно, не только с транспортом, но и с тем, что там жгут поля вокруг. И вообще вот этот смог для них это такая глобальная проблема, которая постоянно у них возникает. И да, сейчас, когда мы приезжали, нас даже просили носить маски, потому что дышать было действительно нечем. Но это лишь то, что было сегодня. То есть это такой, скажем так, кульминация, да, этой проблемы, которую мы увидели. Но в действительности она есть каждый день. И когда ты едешь на этом тук-туке, ты это чувствуешь, тебе нечем дышать, потому что ты посреди дороги, везде эти выхлопы. И просто, ну, действительно проблема. И поэтому сегодня Индия огромными шагами идет к введению электротранспорта на всей территории своей страны. Именно поэтому тук-туки, которые там на каждом шагу, это важнейшая миссия перевести в первую очередь их. И когда мы показываем то, что мы можем позволить им перейти на электротягу, на электродвигатели, конечно, для них это вызывает огромный такой... резонанс, и они очень хотят сотрудничества, они очень хотят такого электротранспорта, и они готовы и открыто делать все для того, чтобы подобный электротранспорт появился в их стране. Поэтому то, что мы им показали, для них это было действительно не просто, знаете как, не просто близко, потому что вот когда мы
показываем на наших конференциях, там, допустим, велосипед с мотор-колесом Дуюнова. Все там говорят, вау, здорово, классно, хочу покататься. Но на самом деле в России мы не так сильно понимаем необходимость электротранспорта, потому что когда мы видим реакцию в Индии на это, для них это не просто интересно, для них это не просто здорово, чтобы так было. Для них, по большому счету, это жизненно необходимо. У них нет другого пути. И в любом случае, те компании, которые сегодня в Индии первыми займут этот рынок, они, по большому счету, и будут там господствовать, они и будут работать на этом рынке и снабжать электродвигателями как электротранспорт, так и, в общем-то, общепромышленными двигателями, потому что это тоже необходимость, без этого никуда. Энергоэффективные технологии, они сегодня нужны абсолютно везде. Так что то, что мы сделали в Индии, это действительно был фурор, это была большая победа компании, была большая победа всех инвесторов, партнеров, которые верили изначально в проект. Теперь мы точно можем сказать, что в Индии в наш проект также верят, как в него верят и в России. Что еще вообще было? Да, конечно же, была фотосессия, было общение, ответы на вопросы, все такое стандартное. Что вообще происходит на подобных конференциях, обязательно посмотрите фотографии, они действительно классные. Скоро вы еще увидите полноценное видео, чтобы прям понять, как это было. Ну и, конечно же, после уже самой конференции мы с основными лидерами в Индии отправились на ужин. За ужином пообщались, провели там деловые переговоры. И еще пару дней у нас в Индии на то, чтобы решить основные рабочие моменты. Это моменты, связанные с платежными системами в Индии, юридической схемой, которая нам может понадобиться для того, чтобы эффективнее сотрудничать с этим регионом. Ну и, конечно же, такой, если можно сказать, нетворкинг, да, то есть мы общались с партнерами, мы старались с ними не просто стать партнерами, мы старались с ними подружиться, потому что с этими людьми нам действительно делать общее дело и не один год, и у нас очень большие планы, и, конечно же, я считаю, что товарищеские отношения, они тоже достаточно важны, когда мы говорим про большое дело. Поэтому один из дней у нас был также посвящен поездке в город, где мы также осматривали достопримечательности Нью-Дели, общались. Было очень полезно, потому что, ну, такими, казалось бы, прогулочными моментами мы всегда говорили о деле, мы всегда говорили о том, как сделать лучше и о том, куда мы, в общем-то, идем. Получили также подарки от индийской стороны, они также нам были очень благодарны за то, что мы могли организовать подобную конференцию, и они обещали не останавливаться, они обещали продолжить работу, и они говорят, что для Индии, в принципе, собирать 300-400 человек там раз в месяц – это не проблема, чем они и будут заниматься для активного развития региона. Я хочу обратить внимание, что многие индийцы и индийские лидеры, они также сотрудничают и с Южной Америкой, откуда мы также скоро ожидаем достаточно большую активность. Сейчас до конца года будет активная работа по Индии, чтобы результаты конференции полностью, да, обработать, ну и, в общем-то, завершить работу логическую такую. Да. Потом уже многие лидеры будут переключаться на Южную Америку, потому что там, как показывает переговоры, также интерес очень высокий к технологии, к проекту. И я думаю, что подобное такое движение мы уже в скором времени будем видеть в том регионе. Так что следите, не пропускайте. Я думаю, это действительно будет интересно. Развиваем технологию, развиваем совмещенные обмотки «Славянка» по всему миру. Как вы видите, проект действительно международный. И проект уже, если раньше мы говорили, что это проект такой народный именно для России, то сегодня он становится уже международным. Да? Он не только для России, он не только для русских инвесторов и партнеров, он и для зарубежных. Тоже начинают говорить, быстрее меняйте этап, что вы там индийцам все раздаете, давайте индийцы там, пускай русские инвестируют. Ну, здесь же опять-таки, друзья, здесь никто не против, но, как говорится, вода течет туда, где ниже. И, конечно же, когда индийцы и другие страны активно инвестируют в проект, ну, совершенно неразумно с точки зрения наших с вами целей отказываться от таких инвестиций по двум причинам. Потому что, во-первых, все-таки проект ставит перед собой целью в первую очередь получить необходимое финансирование, сотрудничаем с огромным количеством направлений стран и зарабатывать деньги также в Индии или во Вьетнаме, делая электродвигатели, разрабатывая направление, в котором мы также будем работать. Конечно же, мы будем работать с российскими компаниями, но
Сейчас мы видим, что перспектив также много и в том же Китае, ну и в других странах. Так что мы будем делать все исключительно в интересах бизнеса и в интересах тех инвесторов, которые уже сегодня есть у проекта. Ну, в общем-то, так наша конференция прошла. Если какие-то у вас есть вопросы, вы можете их задавать. Обязательно обо всем расскажу, потому что, ну, можно рассказывать об этом, конечно же, бесконечно. Что у нас еще из интересного? Из интересного же у нас, конечно же, продолжающаяся работа в рамках проекта двигателя Дуйнова. У нас проходит, продолжаются идти различные испытания электродвигателей. И мы с каждым разом убеждаемся, что совмещенные обмотки Славянка могут делать... Благодаря им можно проектировать электродвигатели класса Е3 и Е4 в корпусе Е1. Это то достижение, которое на текущий день недоступно более ни одной компании в мире, кроме того, что сегодня делает Совелмаш. И опять-таки это можно только поздравить всех причастных к этой компании, к этому проекту. Мы действительно меняем устоявшиеся такие понятия на рынке электродвигателей, делаем то, что... по мнению многих, невозможно. Также продолжается работа, конечно же, подготовки к строительству. Я думаю, вы помните, что строительные работы по плану должны начаться не позже первого квартала 2020 года. Здесь все идет, как и должно идти, все по плану. Ждем начала первых работ. Сейчас идет подготовка непосредственно к строительству. Ну, те, кто пропустил, сообщаю, что первые работы, они, конечно же, уже начались. Это подготовка самой почвы, это там забор, паспорт объекта, все то, что нужно начать согласно законодательству. Также сегодня мы ждем в скором времени новых партнеров, которые приходят к Дмитрию Александровичу Дуйнову. С этим партнером также будут демонстрироваться результаты, которые сегодня мы показываем в нашей лаборатории, для того, чтобы продолжать переговоры в области проектирования и серийного производства различных электродвигателей. Ну, в общем-то, работа идет, работа движется. Я думаю, что здесь по Совелмаш, по тем событиям, которые есть сегодня именно в сердце проекта, в Зеленограде, да, Дмитрий Александрович, я думаю, более подробно расскажет. Я же думаю, что, в принципе, время перейти к ответам на вопросы. Так что, друзья, если у вас есть вопросы, я думаю, сегодня вопросов будет много, потому что действительно событий интересных было большое количество. Задавайте их в чат, я на все буду отвечать. И главное, помните, что Дмитрий Александрович Дуйнов сегодня также будет в эфире. В эфир он выйдет после меня. У вас будет возможность задать вопрос и ему. Так, а не знаю, все ли вопросы у меня поместились в чат. Так, вроде бы есть вопросы, да. Сегодня Паша будет или заместитель? Очень интересный вопрос, Андрей. Да, Сергей действительно вел вместо меня вебинар во вторник. Обычно я его провожу. Не думал, что можно называть его заместителем. Ну, да, действительно, были мы в Индии. В эфир у меня хотел сам провести, но такой возможности, к сожалению, не было. Так или иначе, я думаю, что презентация прошла успешно. 15 декабря переходим на следующий этап. Да, Вадим, все правильно. Друзья, 15 декабря смена инвестиционного этапа. Ну, опять-таки, более подробно мы, конечно же, осветим эту тему, проведем отдельный вебинар, где расскажем о последних достижениях проекта, почему меняем этап. Сегодня вам просто нужно помнить и знать, что действительно времени осталось не так уж и много для того, чтобы принимать инвестиционные решения, для того, чтобы успеть проинвестировать по условиям 11 этапа и также увеличить свой открытый или закрытый инвестиционный пакет. Так что либо покупать, либо успеть увеличивать. То есть этот этап, он такой особенный для всех. У всех выставлен определенный дедлайн такой, в который нужно успеть сделать свою инвестицию. Ну что, друзья, опять у нас трансляция куда-то слетела, но вроде бы мы в эфире. Так, прошу ссылку распространите новую, пожалуйста, на трансляцию по всем. Так. Вот, пишу, что вебинары сегодня не только тут отваливаются, это проблема Ютуба. Но видите, друзья, у нас-то все тоже было нормально. Это последний вот в этот раз тоже. Почему он обрывает? Так, пока мы... Ну что? Так, ладно, пока ссылку можете распространять, высылайте ее в чаты. Сейчас, я думаю, люди у нас опять все вернутся.
Ну что, я продолжу отвечать на вопросы в любом случае. И Дмитрий Александрович также мы подключим, поэтому все у нас здесь по сценарию. Все у нас замечательно. Так, единственное, нужно найти вопросы с прошлой трансляции. Сейчас я это сделаю. Павел, давайте Дмитрия Александровича. Я хочу послушать инженера. Партия инженеров пишет. 100% сегодня Дмитрий Александрович будет. Но обычно вопросов много и ко мне, поэтому я не могу исполнить желание одного человека и пренебречь всеми остальными. Так, сейчас я... Остановились на документах. Да, действительно, остановились мы на документах сегодня. Но, в общем-то, я по ним уже все сегодня сказал. Документы у нас... Процесс отправки документов на подготовке. Я надеюсь, что в течение ближайшего этот процесс будет урегулирован, и каждый из вас может документы заказать. Поэтому ждите. То есть, коллеги, ну, немножко про смехотронные системы и про патенты, которые там обсуждались, и говорилось, что там, дескать, игнорировали патент 2018 года, что вот он есть и так далее, что там все изложено. Значит, я выкладываю сейчас ссылочку вот на этот патент. Также, я надеюсь, администратор выложит эту ссылку. Это патент 2018 года. Потом мы еще сделаем и перевод для всех. Значит, по этой ссылочке можно скачать, справа там есть такая кнопочка Download PDF на синем поле. Можно его скачать, патент посмотреть, познакомиться с ним. Это патент на совмещенные обмотки 1918 года. Подача этой заявки была в 2016 году. Вот, и если внимательно посмотреть на схемку и на все, что там написано, то становится ясно и понятно, что это частный случай. Единственное решение, которое было достигнуто, это на P2-P4 двигатель 1500 оборотов. И он двухслойный. Чем он отличается от нашего патента? Одного из наших патентов. Наши патенты, первый патент, это патент, в котором сформулированы принципы построения совмещенных обмоток. Это коротенький патент на изобретение. Вот это изобретение признано перспективным изобретением Российской Федерации. Там сформулированы общие принципы построения совмещенных обмоток. Раз. В этом же патенте приведен только частный случай. По нашим патентам совмещенные обмотки могут быть как однослойные, так и двухслойные. Тут же приведен случай только двухслойные. Этот чат валится. Вот. Поэтому ничего общего нет с нашим патентом. Никто в этом патенте не формулирует общий принцип. Плюс ко всему, там посмотрите, есть еще можно посмотреть аналогичные ссылки на патенты по совмещенным обмоткам. Можно смотреть сколько угодно. Там есть и оси, там и полюсные деления, что угодно приведено, какая-то беллетристика. Оси катушек. Причем здесь оси катушек? У нас сдвиг между результирующими векторами индукции, которые создают катушки. А катушки могут быть сложены как односекционно, так и многосекционно там. И могут по синусоидальному закону идти, как угодно. Но результирующий вектор будет иметь четкую привязку к геометрии катушки. И мы позиционируем и формулируем, что сдвиг между основной совмещенной обмоткой, между катушками, включенными в звезду и треугольник, сдвиг составляет 30 электрических градусов между результирующими векторами магнитной индукции, но ни в коей мере, ни выводами, ни геометрическими осями, ничего. Сам смысл сформулирован. Значит, по этому вопросу сейчас команда Сударева, значит, команда Сударева сейчас занимается
делать ролик небольшой по каждому моменту, который приводился в виде декларации. Мы будем по каждому моменту разбираться с приведением фактов, аргументов, первоисточников и так далее. Все это будет приведено и можно будет проанализировать. Поэтому для ученых, ну, недопустимо такое вот отношение, когда просто декларативно заявляется, как бы, и ненормально. Мы же по всем своим утверждениям всегда приводим первоисточники, даем ссылки, где, откуда, что, и аргументируем, либо документы. Поэтому мы не ученые, мы инженеры. Хотя у нас есть это кандидаты наук, в коллективе работают. Ну, просто, как говорят, есть доктора от Бога. Есть доктор от Бога, есть доктор с Богом, а есть доктора, не дай Бог. Также и в науке доктора есть, не дай Бог. Вот. Ну и не хотелось быть бы инженером, не дай Бог, да? Ну, надеюсь, мы никогда до такого скотства не скатимся. Так. Вернулось в трансляцию 78 человек. Ладно, теперь к делам нашим скорбным, как говорится, да? Значит, что хотелось бы отметить. С патентом закончили с одним. Теперь патенту другому. Не прошло и 12 месяцев, как мы получили по нашей заявке. Я бросаю ссылочку на документ. Мы получили решение о выдаче патента на изобретение. Дата подачи заявки 14-11 ноября 2018 года. А нам исходящую дали 28.10.2019. Решение этого мы получили только в воскресенье. Что гласит данное решение Роспатента? Но опять-таки, съязвлю докторам смехотронных систем. Но вот опять Роспатент не слушает этих докторов. Опять выдал решение положительное на выдачу патента нам на изобретение. Но они же говорят. Ни Госдеп не слушает там, ни американское патентное ведомство, ни российское Роспатент. Вот. И вот решение какое? В результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение относится к объектам патентных прав, соответствует условиям патентоспособности, сущность заявленного изобретения, изобретение в документах заявки раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения, в связи с чем принято решение о выдаче патента на изобретение. Заключение по результатам экспертизы прилагается. Также к решению прилагается отчет о поиске, патентном поиске. И что отмечается, что проведена область поиска по номенклатурным минимум документации проведена, другая документация и базы проверены, и установлено документы, относящиеся к предмету поиска, перечень из документов из патентного права, тут их раз, два, три, четыре, пять, которые хоть как-то на что-то похожи. Но дает, что в особых категориях ссылочных документов, что это документ, определяющий общий уровень техники и не считающий особо релевантным. В принципе, можно говорить о том, что можно говорить о том, что нет аналога этому изобретению. А это изобретение касается конструкции мотор-колеса. Поэтому о мотор-колесе мы достаточно долго молчали.
И вот сейчас бах, и вернулись к нему. Почему? Потому что заявка была подана, решения не было, поэтому говорить было не о чем. В принципе, дальнейшее движение было замедлено, потому что там еще есть заявочные материалы у нас. Но вот теперь можно сказать, что Савалмаш получит очередной патент на изобретение, в данном случае на мотор-колесо. Это касается изобретения мотор-колес, а в общем случае машин электрических, вращающихся, синхронных, обращенных. Простым языком говоря, с внешним ротором. И патент защищает решение по ротору, которое позволяет получать высокие показатели энергоэффективности. Если бы, конечно, Роспатент раньше выдал решение свое, мы бы этот патент заявили по системе PCT. PCT – это международная система. Я вам сейчас тоже ссылочку скину, две ссылки, чтобы можно было посмотреть, что это такое. Это международная система, которая охватывает целый ряд стран, тут даже есть перечень стран, которые по этому договору защищаются авторские права. Поэтому мы уже приняли решение и будем готовить заявку на международный патент. Патентообладателем будет тоже компания Savalmash. И эта патентная заявка касается мотор-колеса. Тех решений, которые заложены в конструкции и которые будут использованы при серийном производстве. Поэтому никто мотор-колесо на дальний план не откладывал, никто от него не отказывался. И не надо думать, что если мы не говорим о чем-то, что мы об этом забыли. Просто у нас страна какая? Россия, да, Российская Федерация. Вот сказки любим, нас учили. В детстве мы читали сказки, там всегда говорилось, быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается. Значит, смотрите, вот две новости я назвал, насчет того, что мы получили решение о выдаче нам патента. Вторая новость, то, что мы сейчас начинаем заниматься подготовкой подачи заявки по системе PCT. Третья новость. Значит, мы зарегистрировали компанию Savalmash в едином государственном реестре. Не ОКРОВ, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических разработок. Сейчас формируются материалы для внесения в базу этих разработок. Нескольких наших работ уже выполненных. Это двигатели 90 габарита, L6 и 100 габарита L6. Это на 380 вольт. На 1000 оборотов синхронной частоты вращения для сети 50 Гц. Также готовятся материалы на начатые уже работы. Вот это целая группа двигателей. В основном те же самые 90 и 100 и 112 габаритов. Мы сразу же уже будем регистрировать туда разработки, и по мере их выполнения будем заполнять материалы. Четвертая новость. Это то, что мы получили первые результаты при испытаниях двигателей
2P4 90 габарита с синхронной частотой вращения 1500 оборотов. Также получили подтверждение, что только прямая замена обмоток дает нам повышение класса энергоэффективности до Е3+. Значит, применяя другие наши решения, надеюсь, мы тоже на этом двигателе получим класс Е4. Поэтому шаг за шагом мы подтверждаем теоретически наши наработки, делаем двигатели соответствующих классов, соответствующих ГОСТовских корпусах и формируем базу готовых моторов, опытных образцов и документации на эти моторы. Поэтому помимо подготовки строительства, работы над новым объектом, мы ведем те работы, которые должны вестись в рамках создаваемого ПКТБ. Поэтому все ведется параллельно. Теперь насчет того, что я многократно говорил, приглашал, уважаемые заинтересанты, приезжайте, давайте будем проверять совместно, чтобы вы могли убедиться, посмотреть, пощупать, сами поучаствовать в испытаниях, опровергнуть нас и так далее. К сожалению, никто не проявил заинтересованности из докторов с мехатронных систем и ЖЕМ подобными. У нас был один инициативный товарищ со слографом и ключами, но что-то его тоже дождаться не можем. Андрей, мы ждем вас. Ждем с нетерпением. Хоть вы приедете. Но это шутка-шутка. На самом деле мы сейчас ожидаем несколько представителей от нескольких заводов из Китая и Индии. Поэтому мы к их приезду готовим все необходимые материалы и образцы, чтобы предоставить им возможность убедиться. Это в части, кстати, и касается ответа на вопрос о строительстве завода в Индии. Коллеги, смотрите, мы просматриваем возможность строительства заводов по производству двигателей наших разработки, как в экономических зонах Российской Федерации, так и за рубежом. Поэтому просматривается строительство или открытие производства подобного, освоение производства как в Китае, так и в Индии. В Индии проявляют интерес создания строительства нового предприятия. В Российской Федерации тоже просматривается два направления. Значит, одно – это освоение на действующих предприятиях, но они не проявляют активности и желания. Ну, наверное, ждут, когда их постигнет судьба Интерскола, что их Китай скупит. Вот и другое – это создание новых высокоэффективных производств с нуля. Предпосылками для строительства таких заводов служит проделанная нами работа. Ведь надо четко понимать себе и осознавать, что в рамках компании «Совелмаш» выполнены проектные работы по проектированию завода, проектно-конструкторско-технологическое бюро, он же завод, в принципе, двигатель по нашей технологии. А привязка завода к любой другой местности – это уже вопрос техники. Потому что там есть, конечно, требования по климатике, по размещению, по локации, есть свои особенности. Вот, но это уже значительная часть работы, которая необходимо проделать на начальном этапе, она сделана. Есть предмет для разговора, потому что там же не только в проекте строительная часть расписана там с коммуникациями, со всеми, но и технологическая часть, а также все требования по оборудованию, по тому, какое оборудование будет использоваться.
в этом производстве, что для этого надо и так далее. Вот поэтому работа колоссальная и потребовала очень большую работу. И поэтому при переговорах о строительстве предприятия у нас есть уже база. В том числе, когда у вас есть такие материалы, такая работа сделана, такие проекты уже выполнены, да, легче вести переговоры и о привлечении кредитных ресурсов от кредитных институтов всевозможных. Потому что это уже не на пустом месте. Поэтому, да, в Индии ведутся переговоры, просматриваются. Возможность строительства завода исследуется. Определяется целесообразность, определяется номенклатура, объемы производства, локация размещения, привязка к ресурсам, как к сырьевым ресурсам, так и к трудовым ресурсам и так далее. Поэтому решение может быть принято, просто сейчас ведется предварительная работа, потому что вот так вот сесть и сказать, да, мы строим, невозможно. Необходимо выполнить большой объем работы, аналитически просчитать, потому что надо и посмотреть логистику доставки, как это скажется на цену, на какие рынки это ориентировать и так далее. Это большой объем работы. Поэтому мы подобные работы ведем и по другим регионам. Просто этот вопрос не освещался так, как вот осветили по Индии внезапно. Да? Потому что ну, спонтанно такие решения, естественно, не принимаются. Это ну, серьезная работа, проработка. Ну, традиционно мы обычно объявляем вот о подобных работах или вообще о подобных вещах только тогда, когда уже, будем говорить, решение либо состоялось, либо проработано на 99,99%. Исключающие случайности, потому что ответственность за финансы, за результат, она очень большая. Ну да, славянку у китайцев покупать, как хочешься. Ну, вы знаете, дело в том, что двигатели от китайцев покупают, да, и так далее. Но вот, в частности, ведутся переговоры о том, чтобы выпускать двигатели для Европы. Siemens сюда везет двигатели, а мы туда повезем. Вот смехать-то будет, да? Повеселимся. И смотрите, дело в том, что, как говорят, вот, замечают нас, не замечают, почему не реагируют. Производители реагируют, они уже увидели у нас конкурентов и пытаются противодействовать. Ну, мы объясняли, и я неоднократно об этом говорил, что мы ждали этой реакции, мы понимали, что она последует, и мы к этому были готовы. Потому что надо быть идиотом и полагать, что ничего не будет. Будет. Они не прибегут с распростертыми объятиями. Естественно, они вначале попытаются положить на колени, а потом взять за даром все это дело. Это обычная практика. Ну, в международных отношениях это тоже наблюдается. Вначале пытаются сломать, а потом пытаются договариваться. Это нормально. Вот сейчас, допустим, то же самое. Сколково требует от нас всеми силами, правдами и неправдами, чтобы мы внесли уставной капитал, интеллектуальную собственность. Ну что, выполним их требования? Выполним. Коль закон сохранительные документы такое полагают, ну, сделаем это. Как говорится, будет сделано. Поэтому очередная новость получается так, что мы уставной капитал в Совалмаш внесем интеллектуальную собственность. Но при этом
Надо четко понимать, что это действие ни в коей мере не должно сделать привлекательным банкротство Совалмаши с целью завладения интеллектуальной собственностью. Нет, мы этого не допустим, тем более, что у Совалмаш уже достаточно собственной интеллектуальной собственности, своих патентов, и их число нарастает. Поэтому основные патенты будут сосредоточены в других местах, которые не позволяют обанкротить предприятие и завладеть этими патентами. Вот смотрите, Сколково можно находиться с проектом 10 лет. Вот представьте, что вы в первом год оформили патент, получили патент, 10 лет пробовали в Сколково, они вам мозги прокомпенсировали там, потом срок закончился, вы выведены из состава Сколково из-за того, что предельный срок превышен. И в этот момент заканчивается срок действия патента. Да? И вся эта интеллектуальная собственность становится общедоступна, и вы на этом ничего не заработаете. Хорошую религию придумали, да, как говорится. Механизм очень хороший. И вот я недавно выкладывал тоже в чате номер один такую новость, значит, что Белгородский университет имени Шухова выиграл, получил грант на выращивание личинок мух, из которых они будут делать муку. Ну, говорят, это будут на экспорт, там для кормов добавлять, отправлять 300 тонн в месяц. Ну, я так полагаю, что в колбасе взамен туалетной бумаги появится теперь мука, активный белок, да. Если там в экзотических странах мы ели только эти блюда, ну, теперь станем регулярно потреблять. Вот на это гранты даются там 217 миллионов, как с куста, да. Вот что. Поэтому отдушник для сельских туалетов, для женщин там все это инвестируется, получают гранты, поддержку государственную и так далее. Ну, из этого можно сделать вывод. Даже те же самые последние сомневающиеся, которые задавали вопрос, а почему вас не поддерживают, а почему это? Вот вам ответ, что поддерживают. Уже, это уже, по-моему, должно убедить всех. В принципе, так, крупную клеточку этой новости за прошедшую неделю. Насчет ролика с докторами смехотронных систем ребята сделают скоро, выложат. И, конечно, это будет нормальный ответ хейтера. Каждый партнер сможет воспользоваться для того, чтобы отвечать весьма аргументированно. Если это их не убедит, ну, вернее, не то, что не убедит, они не позволят достучаться хотя бы до рудиментов здравого смысла и совести, не отключить, ну, в принципе, это их сам выбор. Потому что сколько не работает там на чужих, да, толка не будет. Потому что вот Гоголь написал Тарас Бульба, да, там Бульба что сказал своему сыну? Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи? Рассчитывать надо на себя, и делать на себя, в своей стране. Почему? Потому что это ваша земля. И если надеяться на то, что там где-то кто-то сидит, вот как, возьмите это Мечина, Мишку Горбатого, да? А теперь я сказал Горбатый, да? Как Жилов говорил. Где он сидит? Страной руководил. Чего ты не в стране? Чего ты сбежал? Вермишель теперь рекламируешь. Нам вешал лапшу на уши, да, теперь лапшу быстрого приготовления в Штатах рекламируешь, да? Внучка твоя где, дочка твоя где, где твои дети, где твое семя? Ты сложил все это в какую корзинку? Туда. Значит, ты не заботился о той земле, ты не собирался здесь жить. Тебе было плевать на эту страну. Поэтому те же хейтеры, которые сейчас тонкий слой шоколада готовят, да?
Запомните, в этом шоколаде вы будете выращивать вот этих червей. И этими червями буду делать муку и кормить ваших детей и внуков. Жрите. Приятного вам аппетита. Кушайте, не обляпайтесь. Чтобы я более чем уверен, что такие же прохиндеи, они будут не скотину кормить этими там домашних животных, а в колбасе все это будет. Засим приятного вам аппетита. Ну, а теперь к вопросам. Получается, если партнеры не будут строить завод Шаплыгина, то можем построить его сами там. Там сами. Как вариант. Александр, как варианты Шаплыгина, там партнеры, не партнеры, ну, все равно строить будем, потому что заводов надо достаточно много. Не все же Вискас выпускать, да? Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус, да. Если первые дивиденды не раньше 23 года, то значит ли это, что и IPO не раньше 24 года? Инвестор, ну, понимаете, я беру по худшим показателям. Поэтому загадывать не хочется, что значит или не значит. Но... Вот смотрите, опять-таки пример. Мы с вами сделали проект завода. Сейчас он пройдет госэкспертизу. Это уже законченный, готовый проект. И представьте, что если мы там с кем-то принимаем решение о том, что будет строиться завод. Хорошо, завод будет строиться, великолепно. Но ведь эта документация, она передается не даром, она продается. Как проектная документация. Можно в лизинг, можно сразу продать, да, и так далее. И там уже делается привязка к конкретным условиям. Это тоже товар. И потом же, даже если будет построен завод, в зависимости от места его дислокации, где он будет расположен, кто будет собственником, там, с кем участие, будет решаться вопрос. Либо вы покупаете разработку, либо она предоставляется в лизинг там, с паушальным платежом и с лицензионными выплатами и так далее. В каждом конкретном случае. Теперь смотрите, одна и та же разработка. Но вот взять Советский Союз, допустим. Двигатели одного и того же габарита, размера, мощности выпускало где-то больше десятка заводов, и то не хватало. Поэтому для того, чтобы удовлетворить спрос, допустим, двигатель 90L6, там 1,5 кВт на 1000 оборотов, надо несколько заводов, которые бы их выпускали, для того, чтобы удовлетворять спрос. И все это будет зависеть от того, как мы договоримся, с какими странами, где и так далее. Поэтому один и тот же завод, он позволяет делать двигатели до 200-го габарита. Вот представьте объем, да? И везде нужна документация. И плюс нужны застройщики, уже опытные, которые уже имеют компетенции, уже имеют, как говорят, портфолио, да? Которые имеют опыт, уже строили завод, и специалисты, которые уже строили эти заводы. Да? Поэтому вот, это тоже товар. Поэтому продажа разработок – это не только двигатель, это все в совокупности с ним связано. На ремонте и продаже новых двигателей взамен сгоревшим построен бизнес. Наша технология позволяет сделать двигатель более надежным. Ремонт ли производители технологию, которая не позволит зарабатывать на этом? Но смотрите, Михаил, как это не захотят. Ну, вот в Китае сейчас принимают, готовятся к принятию закона, который тоже вводит класс энергоэффективности. Им запрещено будет вводить в оборот и предлагать продажи двигатели энергоэффективности ниже Е3. И что им делать? Сгорел двигатель, им запрещено покупать двигатель классом энергоэффективности ниже Е3. Надо покупать. А где покупать? Siemens, который дороже и крупнее, или наш, который дешевле и такого же габарита? Остановились на мотор колесе, Роман Валерьевич говорит. Ну, Роман Валерьевич, я сказал, что мы получили патент на мотор колесо. И сейчас готовится. Год назад мы его подали. Но так как срок упущен, ну, Роспатент долго работал, мы имели право в течение полугода с момента подачи подать заявку по международному патент. Поэтому мы другой патент подадим тоже на мотор колесо по системе PCT. Международную заявку. Значит, какие
страны входят в этот договор. Я ссылочку бросил, я думаю, администраторы либо прикрепят ее к этому мероприятию, либо в чате номер один будет выложено. А колесо-генератор запатентовать на переднее колесо, спрашивали про завод в Индии. А зачем? Колесо-генератор запатентовать. Фадеш, вы понимаете, дело в том, что асинхронный мотор, вернее, машина синхронно вращающаяся, она может работать в двух режимах. В двигательном режиме и в генераторе. Поэтому при торможении эта машина переходит в режим генерации, ну, типа рекуперации, то бишь, и отдает энергию в аккумулятор. Контроллер от мотора с ротором из постоянных магнитов можно применить для синхронных моторов? Нет. Бороду отпустили на Новый год? Нет. Просто завтра я раз в две недели срезаю все это. Состригаю. Скажите, куда и когда можно будет еще вложить инвестиции? Сергей, смотрите, когда уже будет вопрос глубоко проработан, так же, как вот с проектом «Совалмаш», только тогда мы можем сказать конкретно, куда и как, и с какими условиями. И еще одно, понимаете, ну, надо этот реализовать и довести до ума, чтобы уже было ясно и понятно, что команда и вообще все то, что мы создали, это дает результат. Потому что, ну, и так люди вот верят на доверие результата, то еще нет, есть движение. Поэтому давайте мы одно доделаем, вот, и потом займемся другим. Вот Виктор Елисеев правильно говорит, самое главное не обделаться. И я про то же. Вместо того, чтобы строить в России производство с нуля, легче организовать его на существующих предприятиях, занятых сейчас выпуском оборонного заказа. Думаю, они будут за. Роман, нет? Вы знаете, дело в том, что побороть то кумовство, те подходы практически невозможно. Зачем людям руки ломать? Через колено гнуть? Там сложившиеся связи вы ничего с ними не сделаете. Он будет ходить со своими привычками, со своим укладом, плюс со всей вот этой вот отстройкой бешеной, что ничего там не сделаете. Плюс ко всему там оборудование уже достаточно не новое и технологии не новые. Понимаете, вот как взять... Сломать старое и выстроить на его месте новое всегда дороже, если, чем на новом месте выстроить новое. Два раза дешевле. За чьи деньги строительство завода? Естественно, Владимир, за счет инвесторов. Либо те, которые будут там множественные инвесторы, там, как здесь народное финансирование, либо крупные инвесторы, которые станут собственниками. Оборонные заказы завершаются, нужно что-то выпускать дальше. Роман, ну, поймите, это их проблема. Когда им объясняешь и говоришь, что ребята, надо вовремя переориентироваться, они этого не слышат. Вот в Зеленограде я все время говорил, не можете догнать американцев субмикронной технологии делать. Делайте крупные кристаллы. Сантиметр на сантиметр, например, да? Мы должны микроэлектроника, там декларация. Я говорю, поймите правильно, говорю, сделайте, заработайте на крупных кристаллах, там переоборудуйтесь, сделайте мелкие. Нет, мы, вот, мы лидеры, мы их лидеры. Где? Хлобысь, нету микроэлектроники в Зеленограде, да? Спальный район практически превратили. А Воронеж послушались, дело сейчас у Тиристор завода, силовые ключи крупные выпускают, продает и заработает, и живут. Додумались, догадались. А у этих мания величия, они великие, космонавтику там поднимают, просрали все, свое счастье. Вот вам разговор с этими оборонными предприятиями. Хотели бы эти оборонные предприятия что-то делать, подняли бы свое достоинство пятое
самое охраняемое и ценимое в Соединенных Штатах, да, они всегда об этом говорят. И пошли бы искать и заниматься. А так сидят на госбюджете, да, госзаказах, накручивают деньги, пилят. Он по восточному до сих пор не могут посчитать, сколько украли. И вы что, полагаете, там что-то можно сделать? Да там легче запахать, чем что-то делать. Хотят обороны, пусть поднимаются и идут. За них бегать никто не будет. И за ними никто бегать не будет. А то они со своими гусеницами прилипали к одному месту. В своем величии. Готовы будут, только даже жрать уже будет нечего, тогда поднимутся и пойдут. И начнут думать, может быть, а может и нет. Я имею в виду не людей, людям и так плохо. Я имею в виду вот хозяева всего этого балагана. Если будет принято решение о строительстве в Индии или Китае завода, это будет краудинвестинг? У нас будет доступ. Антон, вполне вероятно. Потому что, я говорю, объектов можно много строить. Можно одни по одной схеме делать, другие по другой схеме. Владимир правильно говорит, чиновники наскребут себе на уголовные дела из-за Сименса в разных. Наскребут, время придет. Сие счастье их найдет рано или поздно. Даже без нашего участия. Потому что сколько веревочки не виться, да, всегда конец приходит. То ли уголовные, то ли без штанов останутся. Но это неизбежно. А при чем тут Совалмаш и Сколково? Да, Роман Валерьевич, все очень просто. По требованиям Сколково, значит, при учредительстве предприятия для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, результаты, которые создал АСПП, АСПП и учредила Совалмаш, в уставной фонд надо внести интеллектуальную собственность. Вот и все, то, что они требуют. А так как большинство патентов у нас являются, ну, как сказать, участниками хозяйственной деятельности, потому что заключены лицензионные договора с обмотчиками, то отчуждение их куда-то в уставной фонд и так далее, ну, это невозможно, потому что все это зарегистрировано в Роспатенте. Это такой объем работы, такой убыток нанесет, что не дай бог. Вот смотрите, дело в том, что надо для того, чтобы внести в уставной фонд патент, интеллектуальную собственность, его надо оценить. За оценку каждого патента берут там от 30-50 тысяч, ну, цена 100 тысяч. Вот посчитайте, от 100 тысяч, и там еще процент от стоимости берется. Но я уже прикидывал, значит, там получается 400-500 тысяч надо будет за каждый патент выплатить. Если так, условно так взяли, кинули и все, да, без реальной оценки, то может 100 тысяч вложиться. Это же сколько надо заплатить и сколько это времени. Поэтому надо вот все процедура по внесению интеллектуальной собственности нужна только для чего? Чтобы вот там вот сидят эксперты, которые сидят, одни иностранцы там, они посмотрели, а вот эти патенты стоящие, они внесены туда, вот это предприятие надо банкротить. Хренакнули и за бесплатно все забрали. Вы же посмотрите сейчас Интерскол, что с ним произошло. Китайцам отходит, да? Доигрались ребята с BTC, моторчиками, с патентами, со всем остальным. Поэтому, даже если вас на что-то толкают, всегда думайте, кому это надо и зачем это надо. Поэтому вот, ведь Совалмаш появился не на пустом месте, да?
Это предприятие создано для коммерциализации неокра. А неокры были сделаны в АСПП. Эта технология славянки, где она родилась? В каких недрах? Завод «Вэнди» будет следующим проектом. Он будет производить разработанный двигатель «Соумаш» или модернизированный? Нет. Будет новый двигатель. Модернизированный делается на стандартных пакетах. Не надо путать. И модернизированный не СПП. Андрей, СПП разработала технологию славянки, обмотки разработала. А уже практически конструкции двигателей новые разрабатывают «Соумаш». И ставить в производство будут разработки «Соумаш». А модернизационный потенциал используют те, которые перематывают двигатели в процессе капремонта, либо новые там перематывают. Либо как Виктор Арестов, когда на заводе он берет стандартные пакеты, не модернизированные, ничего, ставит туда эти обмотки. Да, бред, тратить деньги на котлеты из мух. Ну а что делать? Зато это же дешевле, чем говядина. Взял дерьмо из-под свиньи, мух развел, личинки промыл, отмыл, там получил мицелий для того, чтобы выращивать там гумус, улучшаешь землю, а муку, вон, колбасу, котлеты и так далее. А европейские технологии. Личинки мух хорошо рано очищают, да, это правда. По генераторам есть наработки, вот для авто миллионами штампуют. Алексей Михайлович, Михалькевич. Смотрите, мы уже говорили о том, что наши обмотки стоят на генераторах КамАЗ-мастер команды ездит. Так что да, есть наработки. Как вы будете контролировать Solar Group по моим инвестициям в Алабушеве? Какой завод в Индии? Так можно 100 лет деньги собирать. Поясните. Дмитрий Тишин. Не понял. По вашим инвестициям в Алабушеве. Но вы инвестируете не в Алабушеве, а в проект Совелмаш, который строится на площадке Алабушева. А завод нужен для того, чтобы разработки, которые будут выполняться в Совелмаш, ставить в производство. Потому что Совелмаш не занимается и не будет заниматься серийным производством. Его задача – разработка. Дмитрий Александрович, расскажите, что там в Индии Сергей Семенов с вашего разрешения передал индийцам. Ну, технологии он никакие не передавал. КамАЗ не хочет заказать серийный генератор на Славянке. Владимир, да, они бы и рады, но у кого покупать? Где завод, который бы производил? Вот только что Дмитрий Тишкин писал. Как вы были, какой там завод, какой строить, да, в Индии? Достаточно Совелмаш сделали, и все нормально. А сколько генераторов надо, представьте, да, количество их? Пока что нет производства генераторов. А для того, чтобы поставить генератор производства, нужна документация. Много чего надо. Нужна оснастка, нужен подбор оборудования и так далее. Там не так просто, это же не в гараже сделать. А разработка документации на завод, кому будет принадлежать, Совелмаш или СПП? Вадим, ну какой же вы тяжелый, честное слово. Я сколько говорю, кто разрабатывает, кто деньги платит. Платит Совелмаш, кому будет принадлежать? Ну, кто платит, тот и девочка танцует, да? Мухи отдельно, котлеты отдельно. Из мух червяки, а котлеты есть другой, да? Поэтому, естественно, что разрабатывается проект Совелмаш. И принадлежит Совелмаш. Со слов Шкондина он придумал колесо-генератор свободного вращения наката за счет установки его переднее колесо, увеличивающий запас хода без увеличения емкости КБ. Падеж. Но у него другой принцип, у него коллекторный мотор, вот, и ему виднее. У него мотор не имеет контроллера, там,
несколько другой принцип, он более относится к синхронным коллекторным моторам. Я не знаю, с чем там связано для перехода в генераторный режим, зачем у него такое решение, может, это упрощает управление, я не знаю. Василий Васильевич виднее, это его разработка. А для того, чтобы оценивать решение другого человека, ну, надо с ним быть глубоко знакомым с этим решением. И порой люди ошибаются, допустим, во многих вещах, потому что даже методики испытания. Вот мне часто говорили, я поставил двигатель, получил КПД выше, чем у вас. Я говорю, нет, не может такого быть. Ну, я включил, вот все получилось. Я говорю, давайте изначально. Как это происходило, как вы делали? Ну, оказалось, что он проверял на холодную, не прогрев мотор под нагрузкой. Ну, соответственно, у него, да, двигатель холодный, ну и КПД выше. Но это же неправильно, это нереально. А мы проверяем, мы прогреваем мотор нагрузкой, догоняем его до рабочей температуры и так далее, и так далее. И вот только после этого начинается измерение. Поэтому надо смотреть метрологию внимательно, вдумчиво. А как же с возможностью построить завод на площадке рядом с КБ или есть сложности? Спасибо. Владимир, там предусмотрено опытное производство для изготовления установочных парт. Это одно. В рамках компании «Совелмаш». Что же говорится о отдельном заводе на площадке в Алабуше? Да, рассматривается и такая возможность. Тем более, что там есть участок 7А, 7Б, который можно рассматривать как потенциальный для того, чтобы там построить завод. Но всему свое время. Поймите правильно. Невозможно одной рукой за то и за другую хватиться. Просто надо довести до ума одно, потом другое. Но поймите, вот мы, да, делаем, мы прорабатываем вопрос возможности создания завода и так далее. Потому что это не такой быстрый процесс. Надо много чего взвесить, просчитать, согласовать, оценить и так далее. Поэтому предварительно работы эти ведутся. А окончательное решение будет приниматься тогда, когда проект «Совелмаш» уже будет выведен на финишную прямую. Могут ли все ваши работы по продвижению проекта, работы остальных участников, например, электролиста и так далее, в дальнейшем других компаний, перерасти в большой холдинг? Конечно, могут. Это разумно. Вопрос, а не можете некоторые преимущества создать для инвесторов из граждан РФ? Ну, уже было преимущество то, что изначально начали работать и привлекать инвестиции именно на территории РФ. В последнем интервью «Глобальной волне» Шкунин официально заявил сверх единичку, намерили немцы в университете. Можно верить? Владимир, вы знаете, я не мерил, и вот под этим не подпишусь. Я только что говорил, что вот чудеса всякие бывают. С 17 года интересуюсь проектами постоянно ППЦ. Ну, ППД, ППЖ, ППД. Кому как. Я не знаю, понимаете, вот, я могу отвечать за то, что я делаю, да, что там, какие проблемы технические, ну, потихоньку пытаются решать. Даже при эфирах и студии никто не думает о слушателях и зрителях. Поверьте, думают и принимают меры. Да, в чате уже МЭСК, РАП, КОР. Да и в чате уже не раз об этом писал, но возле не там. С таким фидбэком, с его отсутствием, реально Думу посещают о соскоке и продаже долей своих. Но это просто смешно. Ну, посмейтесь. Волковск как в пустом помещении. Ну, помещение почти пустое. И что?
Я специально вот колодки не включаю для того, чтобы не создавать эхо-эффект и так далее. Потом сижу в наушниках. Там, я говорю, другом, на переходе с одной системы трансляции в другую, там где-то проблема. Эквалайзер. Эквалайзер ставили, не помогает. Купите петличку или настольный микрофон с фильтром. Фильтр стоит, настройте, настроено. Все нормально будет, это не сложно. Все у меня настроено. И когда в вебинарах общаюсь с другими людьми, никаких проблем нет. Качество звука великолепнейшее, ни бубнения нет, ни эхо, ничего нет. Я еще раз говорю, это не на моей стороне. А вы случайно ссылки не нам скидывали или просто в Skype? Ну, в Skype я ссылки сбросил, чат номер один, и здесь в чате я сбрасывал ссылки. Для проекта такого масштаба и вещания первого лица компании можно сделать немного лучше, а не колхозить. Вы понимаете, я вечером веду вебинары из своей квартиры, со своей комнаты. И из комнаты делать студию я не стану. Поймите правильно. Потому что это частная квартира, частное жилье, и вкладывать проектные деньги в то, чтобы здесь что-то оборудовать, ну, это уже, извините, за пределы. А ехать на другой конец города и там проводить, там привлекать людей и так далее, я не могу тоже, потому что там режим, и сидеть там до 22 часов тоже не получится. Поэтому не все так просто. Я вкладываю, надеюсь, в инновационный центр России, не в завод в Индии. Никто, Дмитрий, в индийский завод не вкладывается и пока не собирается. И строим то, что намечено. Никто планы не меняет. Завод нужен только для того, чтобы наладить производство того, что разработано будет в инновационном центре. И всего лишь. Здравствуйте, расскажите о ваших взаимоотношениях с Павлом Ивановичем с форума, если можно. Анатолий, я не знаю, о ком вы говорите. Ошибка задерживать испытание электровелосипеда. Владимир, вы знаете, испытывать надо тогда, когда все это готово к испытанию. Не все так просто. Испытания первичные проходили, потом другие проходили, второй, третий этап. Не получается. Я уже сколько раз говорил, литиевые технологии. По проекту вопрос. В Москве мотают кто-нибудь асинхронные? Асинхронные мотают, значит, зайдите на форум двигательмайфор.ру, основной раздел. Вот. Там есть лицензированные обмочки, сейчас я найду. Контактные данные лицензированных обмочков. Сейчас ссылочку постараюсь вам выложить. Вот, отправил, если пропустят, да, админ. Можно на закрытом треке организовать испытание контроля или мотор колеса. Это же реклама. Владимир, да, все можно, вы на улицу выйдете. Посмотрите, что там делается в Москве, минус 8. И покатайтесь на треках. Испытания вначале проводятся на стендах, все это выверяется, а потом уже совместно. И поймите, контроллер, который испытали, сделали, сейчас завершаются работы по контроллеру. Опытная партия из 10 штук контроллеров сделана. Идет от ПО, идут проверки и так далее.
Вы что хотите, чтобы багги вылавливал ездок, который будет управлять этим транспортным средством? А если глюк? Ну, спросите у Виктора Ареста, чем это заканчивается. Когда Кертис словил глюк, он оказался в больнице, в госпитале. Производственные площади строите уже? Нет, пока еще не строим. До производственных площадей дело не дошло. Хорошо. Уважаемые коллеги, смотрите. Значит, микрофон тут не поможет, потому что микрофоны меняли. Ничего это не дает. Раз. Второе. Да, давайте говорить о том, что всякие фантазии насчет того, что сейчас надо завершить, там потом строить заводы, это все лишь фантазия. Мы с вами работаем по основному проекту, и никто никуда не сворачивает. Создание производств прорабатывается, но это не задача сегодняшнего дня. Но к будущему готовиться надо. Поэтому есть поговорка: помирать собрался, рожь сей. И готовить завтрашний день надо, потому что придет время, мы проект выведем, на рельсы поставим, он выйдет на финишную прямую, заработает. И что, станем как у разбитого корыта, да? Всегда надо готовить будущее. Поэтому вот будущее подготавливаем почву для дальнейшего развития, для дальнейших инвестиций и так далее. Не будет инвестиций больше, ну и ладно. Будут, значит, должно быть куда вкладывать. Засим, уважаемые коллеги, давайте, наверное, сегодня завершать.